Добрый вечер. Атмосферный фронт покидает Латвию в начале ночи. На востоке страны еще пройдут кратковременные дожди, но затем небо прояснится. В Земгале и Видземе возможен густой туман. Минимальная температура воздуха от плюс 9 градусов в Курземе до плюс 13 в Латгалии. Днем погода уже будет определять антициклон. Облачности немного и осадки не ожидаются. С восточным ветром в Латвию вновь возвращается тепло. Максимальная температура воздуха плюс 25, плюс 29 градусов. И только в прибрежных районах чуть прохладнее. В Риге этой ночью облачно с прояснениями. Ожидается туман. Температура опустится до плюс 11, плюс 13 градусов. Днем в столице будет светить солнце, и воздух может прогреться до плюс 28 градусов. Медицинский тип погоды – третий, неблагоприятный. О погоде все. До свидания.